профессиональной лиги силового экстрима и телеканал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Дорогие друзья, профессиональная лига силового экстрима рада приветствовать вас на втором этапе чемпионата России. Сегодня наших атлетов радушно приняла крепость Седульский стан. Стены средневекового замка создают атмосферу рыцарских схваток и богатырских поединков. Поэтому мы подготовили для наших участников новые испытания, которые дадут им шанс проявить все свои возможности и показать все, на что они способны. Итак, сейчас я представлю вам наших участников и открывает Баратале призер этапов чемпионата России по силовому экстриму, рекордсмен Ивановской области по силовому троеборью Михаил Сидорычев. Следующим я хочу пригласить на площадку многократного призера этапов чемпионата России по силовому экстриму, чемпиона России и Европы по армрестлингу Дениса Цыпленкова из города Сыктывкар. Я приглашаю на арену обладателя звания «Самый сильный человек России 2004 года». Многократного победителя международных и российских турниров по силовому экстриму из города Одинцово Игорь Педар. На подиум поднимается обладатель звания «Самый сильный человек России 2005 и 2006 годов». Бронзовый призер турнира «Арнольд Классик». Серебряный призер чемпионата мира 2006 года. Шестикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев в Челябинск. Продолжает парад Алле пятикратный чемпион России по тяжелой атлетике из города Краснодар Владимир Глушко. Следующий наш участник — чемпион Европы и мира по силовому троеборью из города Владимир Александр Клюшев. Продолжает парад Алле чемпион России по силовому троеборью, рекордсмен России по жиму штанги лежа из города Строитель Белгородской области Владимир Калиниченко. Следующие три участника хорошо зарекомендовали себя на первом этапе чемпионата России 2007 года и получили возможность продолжить свои выступления на профессиональных турнирах по силовому экстриму. Итак, в прошлом кикбоксер, дважды чемпион Украины, сейчас это москвич Евгений Экстай. Следующий наш участник полон решимости оставить свой след в истории силового экстрима. Ему сейчас 23 года, из города Москвы Станислав Полищук со своим домашним бойцовым котом. Из города Донецк Ростовской области Дмитрий Нагорный. Победитель первого отборочного турнира по силовому экстриму, организованного профессиональной лигой силового экстрима в городе Санкт-Петербург, Максим Парузин. Чемпион Европы по силовому троеборью 2006 года из города Ставрополь Валерий Снегирев. Наш следующий участник — мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа из города Невинномысск Бахтияр Велибеков. Президент профессиональной лиги силового экстрима,
Объявляю второй этап чемпионата России 2007 года открытым!